Дисклеймер. Привет, я третий. Сегодня мы с тобой начинаем играть в Террарию. Про эту игру я практически ничего не знаю. Единственное, что знаю, что она типа Майнкрафта, только 2D. Все, больше ничего не знаю. А также раздавали советы, но так как с того момента прошло 3 месяца, а заглянуть я забыл, что там было, так что их я практически не помню. Помню один совет, это... Забыл. Ну и ладно. Так, давай новый мир создаем. Это чего? А мальчики и девочки, типа, А в чем разница вообще? Слушай, да, даже она идет, смотри, такая. Ух, боевая такая. Я иду крушить хлебальники, такая. Допустим, это что у нас? О, с бородой она еще шикарно вообще. Вообще, ржать. Ой, слушай, так прикольно. Как будто за продуктами идет. Ой, как тут много создавать. И... О, кстати, волосики. Ой, ночью вообще ничего не видно будет. Ну, такие красненькие пускай будут. А яркий как раз... Ой, яркий как раз. Или серенькие. Белые. Не-не-не, давай вот такой вот оставим. Вот так вот. Глаза. Ну, когда-нибудь я куплю себе бинокль, и тогда увижу, какой цвет у нее глаз. Так, цвет кожи. Так, что она такая загорешка? Ой, это вообще призрак. Ой, это уже проиграли. Подожди, этот персонаж еще не открыт. Давай вот так вот. Попасть бы еще. Ну, так нормально. А цвет одежды. Хоть что-то меняется. Где у нее цвет одежды? Это типа на груди то, что и все? Ни хрена не видно. Футболочка, давай посмотрим. Тоже один хрен, ничего не видно. Почему так ночь наступает-то быстро, а? Обувь. Вообще ничего не видно, какая разница? Так, подожди, пустое имя. Пускай имя, ну чего будет? О, придумал. Не придумал. О, придумал. Галя. Галя жрать. Подтвердить. У нас будет Галя, главный герой. Так, путешествие, классика, среднее, сложное. Что такое путешествие? Персонаж путешествия начинает игру с дополнительным снаряжением. Его можно использовать только в игре путешествия. А почему текст под кнопкой? Классика. Персонажи при низкой сложности теряют деньги. Среднее. Персонажи при среднем теряют предметы при смерти. Ну, по-моему, классику мне говорили создавать, да? Давай я все-таки гляну, что там говорили, потому что я уже не помню. А я интернет отключил, чтобы никто не звонил мне. Так, ну, по-моему, у нас была классика, и там, по-моему, фиолетовый мир или синий. И сказали выбирать абсолютно любой, потому что в них разницы совершенно никакой нет. Сейчас я быстро листану. Так. Да, короче, сказали классику выбирать. Так, классика, создать. А выбор мира, подожди. Да блин, ты что, издеваешься? Хорошо, а если я новый нажму? Имя сложное, а фиолетовый, типа. Тут такого нет? Это скопировать шаблон игр. Ладно, назад. Ну вот у нас есть. Выберите мир. А, ого, это разных персонажей можно создавать. И у каждого персонажа разный мир. Охренеть. Это имя. Не хочу. Семечко. Ох ты шо. Характер вашего мифов. Но это же никто мне подключиться не сможет в игру, правильно? Или мне это лучше замазать? Так, маленький. Ну давай, средний мир. Большой. Подожди, а что это вообще такое? Идеальный мир для коротких однопользовательских игр. Большой и лучший мир для увеличенного времени исследования или приглашения друга. Нескольких игроков. То есть средний это для нескольких человек. Давай просто средний выберем. Путешествие, классика, эксперт, мастер. Классика, мне сказали. Порча или багрянец. Какая разница? В вашем мире обязательно будет болезненно выглядящая порча. В вашем мире обязательно будет болезненно зловещий багрянец. Какая разница? Типа фиолетовый или красненький? Фиолетовый покрасивее выглядит. Давай. Фух, наконец-то можем поиграть после создавания всего. Зачем? Ладно, я понимаю, зачем создавать красивого себе персонажа. Это круто, конечно. Но в такой игре, где ты, ну, вообще ничего не видишь. Где персонаж едва больше стрелки. Кстати, мне тут мышка вообще понадобится. Ну, то, что мы уже создаем персонажа, значит появится. Понадобится.
Надеюсь, только один раз мир так долго создается, загружаться он будет быстрее. Я пытался еще и Майнкрафт записывать, но почему-то на этом компе он вообще ни хрена не грузит, прикинь. Разные лаунчеры пробовал, по-разному устанавливал, разные сайты, официальные, вообще не грузит. То есть он подлагивает прям. Вы что, издеваетесь, я ж уже создал. Так, опа, я девочка. Ух ты, ты что делаешь? Это... Я не знаю, это монитор мне надо супер близко пододвинуть. Так, ну это она бьет, да? Тук-тук-тук-тук-тук-тук. А тебя я могу сечь? На, падлом, на. Ага, справа там видно карту, а слева... А слева как бы... Беда. Так, слева у нас инструменты. Ты не будешь видеть инструменты, да? Ну, я думаю, тебе важнее видеть инструменты и сердечки, правильно? Чем предметы. Я мог бы куда-то снизу, но снизу некрасиво смотрится. А если сверху поставлю, но чуть-чуть ниже, то как бы... Так, подожди, а что я тут? Опа, а что я это сделал? А, это карту можно по-разному переключать и вообще убрать. Вот это, конечно, прикольно. Это что, слайм? Слаймы мы знаем из Майнкрафта, надо убивать. Ах ты тварь. Так, отлично, гель дали и медь. 4 меди. А куда жать? Правая кнопка мыши, левая. Вот это вот, что это за кнопочка? Она ничего не делает, шикарно. Ctrl, ничего. Alt, F, E, Tab. Ой, фу. Так, а чего? F1, цифры. О, цифры это могут переключить. Ага. Ага, во, рубить можем, хорошо. Так, допустим. Давай тут порубим деревья. И сделаем какой-нибудь маленький домик на первое время. Ага. Как мы это делаем обычно в Майнкрафте. Так, подожди. Я могу так вот листать. А, это меч. Слушай, а кто это за чувак, который со мной ходит постоянно? Так, белочку пока не будем трогать. Так, цифра 3, хорошо. А тут время суток есть, но учитывая, что так быстро они менялись, скорее всего, есть. И они будут очень быстро меняться. И что-то, мне кажется, уже немного темнеет. Тут есть где-то часы, нет? У тебя лук есть, ни хрена себе. Ой, извини, слизень. А у этого здоровье вообще, выносливость есть у этих предметов, нет? Вот топора, меча, но пока не вижу, по крайней мере. Все, плюс-минус территорию мы очистили, хорошо. Так, у нас тут есть древесина. Ой! Нет, зря я, наверное, пока поставил, подожди. Твою мать, мы убрать это не можем. А белки агрессивные? Нет, белки не агрессивные. Подожди, а если кирка... О, киркой можем. Ой, я белочку бил. Извините. Это твой друг был. Глупый друг. Зря стал на пути. Опа, а это что? Подожди, я первый взял. Медь, гель. Подожди. Так, эскейп. О, на эскейп это инвентарь. О, изготовление. Любое, древесина, материал можно поставить. Что? Верстак давай. Изготовление. Верстак. Я его сделал, не? Не, подожди, а как его? О! Вот так вот, хорошо. Нет, левой кнопкой мыши нет. А как? Так, ты хватит фармить там все вещи. О, грибочек. Не, нельзя взять пока, ладно. Ой! Я, по-моему, один пацан их убил. А как? А, вот, оно автоматически включается. Ну, нужно стены, как тут делаются? Забор, шикарно. Стол, стул, Во. Деревянная стена. Ага, 90 уже штук, многовато. Так, а я могу? А, это сзади ставится. А, я на нее даже запрыгивать не могу. Ну, давай пока стены сделаем. Ой, оно так прямо отрывками, охренеть. А мне прям заставлять надо... А на какое тут расстояние-то надо ставить, чтобы оно ставилось нормально, без зазоров? Прям на краешек, что ли? Ты что такое? Ах ты, зараза, слышишь? Ах ты, падла. Ранила меня. Непонятно особо, как ставить, давай. Так поставим. Так, хорошо. Ай-яй-яй, нужно еще... Не, надо просто изготовить еще. Вот-вот-вот. Да-да-да. Но я так быстро 90 потратил. Чего? А ну-ка. За раз. Оп.
А где у меня вообще оно? А где оно в инвентаре-то? Не вижу, ладно. Ага, сейчас. Вот так. Блять, я забываю, что пробел это прыжок здесь, а не стрелка вверх. Почему вообще? Что за глупость? Почему оно еще не заставляется нормально? Не-не-не, как убрать? Ага, единичка. На-на-на-на-на-на-на. Вот это задолбал. Ага, перепрыгнул, дебил кусок. Ага, стой-стой-стой. Хорошо, добил. Отлетающая хрень. А-ха-ха-ха. Разобрался. Так, а теперь... А вот это вот, наверное, древесина. Это, наверное, как стенка будет, да? А ну-ка, давай-ка. Так. А, это я копаю случайно. Упс. Во, сквозь нее я пройти не могу. Так, через пробел вот так вот. Ща. Понял. Тогда сделаем типа ступенек пока тут. Давай-ка. Вот так, вот так. Стоп, а как я выберусь сначала? Подожди. Зараза, это я на тебя прыгнул, а не ты на меня. Ну в этом, наверное, и проблема. А, вот, все-все, время-то идет, идет, идет. Да-да-да, вижу. И так, 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 так. Подожди, вот так. Вот так. Вот так, подожди. И вот тут будет потолок, собственно. Подожди, ага, сейчас. Слушай, запарили отвлекать, а? А ты с луком вообще нахрен так мимо стреляешь? У тебя же лук, как можно косить с ним? Хотя можно также спросить, как можно с мечом косить, но все же. Да запарили, капец, сколько... А, вон мои сердечки, я вижу, но их же можно как-то пополнять, правильно? Особенно, когда вначале вот так играешь. Кто задолбал? Какая тут дальняя? Тут очень плохо все видно, понимаешь? Так, и давай, наверное, вот так вот тоже будем делать. Стоять. Вот так вот. Это чтобы выйти можно было. А, земля, круто. Зачем? Еще земля. Блять, с пробелом этим супер неудобно. Давай так, так. Так, так, так. Давай так, так, так. Ой-ой-ой, уже ночь почти. А, я ж тут двери могу еще делать, правильно. Блять, как они мешают? И с пробел, почему? Кто придумал вообще пробела? Слышь, ты охерел. Так, быстренько достраиваем. Кто вообще придумал прыжок на пробел? Надо поменять срочно. Опа. Давай так. А, факел, наверное, надо сделать еще. Да, твою мать. Сейчас быстренько с ним разберемся. Факел, факел, факел. Факел, 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 факел. Вот. Давай-ка вот сюда пока поставим. И вот сюда. Хорошо, и теперь убрать на пятерочку и дальше строим. Да, вот это, конечно, обидно. Так, отлично. Но тот, видимо, к нам уже не придет, да? Но надо было не тупить и заходить быстрее. Хорошо, все. Теперь с этим можно разобраться. И мы же обратно доски эти получим, если что. Правильно? Надо было дверь тут сделать. Ладно. Давай вот это вот поставим стенки от монстров. Если они тут будут. Капец, как они так ставятся? Вот это вот я не понимаю. Стенка тут очень странно ставится. Почему она с пробелами ставится? Причем на одно и то же... А на одно и то же место может ставиться? Не, на одно и то же место не может ставиться. Значит, можно зажать и вот так вот делать. Хорошо. Так, топорик. Можем порубить? Не, мы не можем киркой только. Да, и древесину добываем обратно. Хорошо. Тогда мы сейчас это поправим. Слушай. Так, это тоже древесина, да? Да, а то ничего не видно. И давай тогда, давай так... Выровняем землю примерно как-то вот так. Да-да-да, я тебя сейчас впущу, не ссы, подожди. Ну сначала двери, наверное, надо сделать, да? Чтобы впустить его. Сейчас, подожди, не ссы, не ссы, не ссы. Ты там пока сражайся, я сейчас двери. Что это сделал? Это он прыгнул, дурак. Вот, дверь. А она сбоку будет, подожди, или спереди фон?
А вот этого я не знаю, как она дверь вообще. А это что вообще такое? Медная монета. Нахрен мне медная монета. Подожди, подожди, двери. Давай проверим, как она будет работать. Пока просто оставить можно где-то? Ага, отлично, она оставилась. Давай так, так, так и вот так. Вот так еще, видимо. И вот так теперь на ноль. Да, отлично. Во, отлично. Теперь он может ко мне зайти. Фух, ну, примерно так, хорошо. Вот это вот что? Почему оно тут торчит? Хорошо, еще одна древесина с землей. С землей тоже что-то надо делать для заднего фона, пока доделаем вот так вот. Фух, а, кстати, а как сохраняться тут? Настройки. Так, во-первых, управление. Музыка, звуки природы, увеличение, автоматическое сохранение. Кстати, увеличение масштаб 100%. А если... вот так вот намного лучше. А нахрен мне вот так вот далеко? Ни хрена ж не видно. А вот это что? Масштаб пользовательского интерфейса. Ну, это, скорее всего, не надо пока трогать. А, это вот так даже? Не, ну это... Ой. Это мне пока не надо. Ну, думаю, вот так вот нормально. Автоматическое сохранение. Автоматическое. А самому как сохраняться? А вдруг вы... Откуда же я знаю, когда он меня сохранит? Если всегда 24/7, то это круто. Автоматическая пауза. Зачем мне автоматическая пауза? Активировать бонусы комплекта. Вниз. Смарт-двери включены. Подожди. Интерфейсы, видео. 1900. Ну, хорошо. Тут хотя бы все на высоком. Хорошо. Качество волн. Сильное. Сильное. А, вот, сохраните и выйдите. Хорошо. Да, ух ты. Срубите первое дерево. Класс. Так, подожди. Нет. Опа, а я не сюда нажал. О, ну вот так хотя бы видно, что происходит. Слушай. Вот так нормально. А, давай кирку пока от земли избавимся. Не... А он ко мне придет, не? Правая кнопка мыши — это открывать дверь, если что. Дверь не упала. Подожди. Вот так, во-первых, сделаю. А, во-вторых... Видимо, блок нужен, да? Вот такой вот досок. Хорошо, и теперь дверь. Вот так. Все, замечательно. А что наш охотник, где он там? Ах ты, а почему я автоматически выхожу из двери? Я ее даже не открываю, смотри. Оп, и вышел. Кстати, так можно пока на них поохотиться, подкалывать их. Они выходят такие. Ах ты, сука, а? Подкалывал. Да ну нахрен. Кстати, я так управление-то и не поменял. Настройки, достижения, курсор, видео, управление. Вот. В это вверх. В это вверх? Куда тут я вверх пойду? А, наверное, по лестницам забираться, да? Ну, понятно, понятно, понятно. А что тут еще есть? Ну, хотя бы все на русском. Спасибо и на том. Стульчик. Ну, пока не надо. Обустраивать дом мне пока рано. А давай первый этаж у нас уже будет из дерева. Ну, чё за звуки? Как будто зомби. Глаз летающий. О, в натуре зомби. А, зомби. А, тут даже пишут, смотри, зомби, зеленый слизень. А это что, демонический глаз? Блин, ты можешь не летать, я не попадаю в тебя. Демонический, да, вроде демонический. Давай вот так, наверное, из-за того, что я стоял, я не мог строить, да. Хорошо, зачем я землю собираю, я не знаю, но уже, смотри, более-менее красивенько все идет. Первый этаж у нас будет такой стрёмненький, зато дальше ух, что будет. А, не, зачем мне уголочек? Не-не-не, подожди, уголок. Хорошо. Ой, а там что-то еще... Ой, там что-то блестит, смотри. Там руда какая-то. А наши где, чувак? Куда он делся? Ой, там еще что-то лежит. Сможем успеть быстренько сбегать, забрать? Ну тут... И сколько оно вообще на улице лежать будет? Так, прыгать на пробел, если что. Я могу их быстренько перепрыгнуть, хотя с глазом это опасно. Давай быстренько. Оп, я так понимаю, ночью все твари вылазят. Ага, оп. И никто не попал почти. А сердечко у меня со временем восстанавливается или что? Ну смотри, 76 из 100, да? Давай пока подождем, пока оно восстанавливается, я надеюсь, будет. 76 из 100. Пока нет, что-то мне это не нравится. Слушай, этот... А, да, восстанавливается. Этот зомби с факелом. Этот ублюдок мне не сожжет дом. А, так, давай-ка еще посмотрим, что мы можем строить. Вот это вот тут вверх и вниз, тут наоборот колесико. Это неудобно.
Стол это, я так понимаю, а что они пишут, что это... А, вот, пишут. Стол, знак, деревянный забор, деревянная удочка, деревянный меч. А это что тогда, не деревянный? Медная, ну медная получше должна быть, все логично. Что они там рычат? Они там дерутся между собой, что ли? Не. Деревянный меч, 7. Это либо 7, либо 1, думаю, 7. Урон, может, 1 урон в ближнем бою, а это 5 урон. Ну, со склонениями тут беда, конечно. Я думаю, деревянный все-таки хуже. Деревянный молот, а он мне зачем? Медная монета. Кстати, деревянный молот. Но молот обычно со стенками как-то связан. Возможно, стенка что-то будет делать. Так, а, ну копать под домом я уже не могу пока. Пол сломается. Ну да ладно. Мы сломаем... А, лестницу можно же будет сделать, правильно? Чтобы спускаться. Лестница, лестница, лестница. Что-то пока не вижу. Древесина, земляная стена. Деревянная стена. Деревянная платформа. Зачем мне платформа? Полинезийский факел. А в чем разница от обычного? А тут этого вот. Факел можно поставить, дает свет. Можно поставить. Но свет не дает, что ли? Охренительный факел. Типа украшение. Вот так мне нравится, слушай. Вот то, что поближе сделали, так хотя бы видно, что происходит. Так, ну вот это вот можно будет поломать, чтобы красить. А, мне надо как-то пробираться туда. Ну тогда пускай это пока побудет. Так, ну единственное, что вниз. А платформа? Мне кажется, вот это вот платформа. Или как оно там называлось? Вот. Нет, древесина. А где оно? Вот. Деревянная платформа, она как лестница. По ней можно одну на одну прыгать. А ну. А ну-ка. Так. Так, а ну-ка. Да, это можно типа лестницы использовать. Замечательно. Давай, два. Хорошо. А если я буду бить по другому предмету, он начнет трескаться, да, и в итоге, если треснет, мне нужно будет полностью его сломать, чтобы новый поставить, правильно? Обидно. А, ты не помещаешься, ты настолько жирная, слышишь? Одной клетки мало. А ну-ка, да, один раз ударил, и там трещина, и подлечить, наверное, никак нельзя. Так, теперь платформу ставлю вот так вот. А, наверное, нельзя, если стенки нет. Оба-на. Ой, я и так неплохо прыгаю, слушай. Но платформу все равно поставим, например, первую вот тут вот. Смотри, вот так вот на ней стою, а если нажму вниз, то опа, вниз. А если вверх, то вверх. Тут, кстати, если жмешь пробел, вот так вот прыжок, а если жмешь и держишь, то она прям летит вверх. Вот это хорошо, это хорошо. Будем здесь второй этаж делать. Тен-тен-тен-тен-тен. Ну, тут, я полагаю, как в Майнкрафте, тут тоже будут монстры появляться в темноте. О, он дверь заметил! Круто! Он ее может сломать? Он может вот это, по вот этой вот спускаться сквозь платформу эту? Он очень тупой или он очень умный? Что он? Зачем он трахает мою дверь? Типа окошки делает в двери. Ладно, не будем пока обращать. Ну, кто-то трахает мою дверь и трахает. Чё, обычная ситуация. Надеюсь, он... Слушай, он чё, активнее начал? Вытри за собой потом, слышишь? Что ты рычишь мне? А, или ты уже все? Такой... Фу. Так, и вот это вот последние блоки я ломаю. Это чтобы... поставить стеночку. Давай вот так, 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 так. Факел, 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 факел. Факел Ю поставил. И с этой стороны тоже так делаем. Пока будем обустраивать. А, я через несколько объектов могу ломать. То есть ту лесенку я могу тоже сломать, которую я на дом сделал. Как тут долго ночь идет, слушай. Уже запарили. Так, мне надо будет очень много древесины добывать. Значит... Деревья, наверное, тут тоже можно сажать, правильно, как в Майнкрафте. Хорошо. И вот так вот делаем тоже. Так, хорошо, прикинь, если бы эти все доски еще и падали, они обвалились бы, и все, и он бы прошел. Они все мою дверь нашли. Капец. А где наш охотник? Неужели его убили? Жалко, я его даже не знал. Так, сойдет. Хотя странно, что вот здесь вот дыра такая. Ладно. Так, доски, доски, доски. А, все, у меня одна была. Ты гонишь? Подожди, давай-ка вот так.
И еще досок поставим. Нет. Вот. Деревянная стена. Все? Капец. А сколько оно стоит? А ну-ка. А где оно у меня вообще? Не, изготовление больше не надо. Это что, земля? Вот, деревянная стена. Хуй, ты не ставишься. Ага, три. Ну, учитывая, что тут, да, один блок на другой накладывается, стена быстро улетает. А также сделаем еще одну платформу. Вот здесь вот. Типа, я и так проходить сквозь нее могу, а теперь могу так. Оп, отлично. Хера ли ты долбишься, дебилой? А ну-ка, могу я его сквозь дверь бить? Кстати. Не, ну фактически могу, но толку от этого ноль. Ладно, да он пускай там пока долбится. Слышь, ты со своими искрами поаккуратнее. А вдруг это реально мой чувак, который с луком ходил? Но он сейчас же без лука, значит, это не он. А, вот он на карте, вот, гид. Гид, а хера ли ты там делаешь? Может, там я возродился, как ты думаешь? Поэтому он там стоит. Типа там точка начальная, а я куда-то отошел. Ну и ладно. Кстати, вот это вот непонятно, зачем я сделал. Так, хорошо. А, тут нужны доски. Столько досок надо. Да, факел забыл, факел. А у меня и факела нет. Подожди, это что? Семена цветка дня? Цветок дня это подсолнух, что ли? Так, давай вот так вот. Где у нас? Где деревянная стена? Это, видимо, из того, что только что сломали. Хорошо. А что это? А, это семена куда посадить? Зачем мне их под землей сажать? Сам подумай об этом. Каменная стена и земляная стена. Что это у тебя получилось? Получилось что? Переживите первую полную ночь своего персонажа. Но я пережил, да. Я молодец. Ты ж куда ты убежал? Ну давай, сейчас один на один. Где ты? Ага, один из... Ну, бля, он уже убежал, ладно. Так, сейчас мне надо будет бежать, добывать всякую штуку. Давай. На. Просто понял, поимел. А теперь, а ну иди сюда, зомби тупорылый. А ну-ка, где ты? Чё ты испугался? Чё? А кто меня пиздал? Ах ты тварь, слышишь, его даже не видно тут. На, сносим. Та-та-та-та-та-та-та-та, стой ты. Ай, да хорош. Сердечко восстанавливается, да, 82 пока. Главное, белочек случайно не убить. Гид, твою мать, ты какого хера вообще тут делаешь? Что это? Ты мне, если хочешь что-то сказать, то скажи. А, поздравляю, Галя. Я могу тебе чем-то помочь? Закрою я тебя нахрен, понял, гида? Знаешь, кто ты? Ты гида. Я думал, ты мне поможешь. Он, смотри, просто ходит. А, ну иногда стреляет. А, это кирка. Стоп, топор вот. Ай, что это? Мне бы желудь по башке упал. Ой, тупо джекпот выиграл. Ай, да хорош. Там какая-то агрессивная белка, видимо, сидит и желуди по мне кидает. Во что ты там стреляешь? А, я думал, он с цветами уже воюет. Думал, и все. Ебанулся гид. Ты мои доски-то не воруй. А ну-ка, смотри. Опа. Смотри, как надо. Опа. На. Понял? Учись. Просто как крыса добил его фраг. Так, надо доски пособирать. Потом будем сажать. Слушай, листочки прям летят, прикольно. А через сколько исчезнут на земле вещи, которые летят? Хрена себе, это яблоко размером как я. Охренеть. Так, чего? Разделяющий медный топор. Разделяющий, что он разделяет? Дерево одну часть от другой? Или это какая-то питерская шутка, которую я не знаю. Че он там разделяет? Опа, а что это? Лимон на дереве? Ну да, лимон на дереве. Просто чего я удивляюсь. Так, хорошо. Кстати, у нас же есть семена какие-то. Вот семена цветка дня. Ну давай, оп. А че тебе так насрать вообще? А, или это вскопать землю надо, да? Ну да, наверное, вскопать землю надо. Да уйди ты. Так, зараза. Блин, но если я сделаю лук, то для него и стрелы нужны, правильно? О, отлично. А, меди у нас так много, то есть медь тут вообще не ценится, да? Понял. А ты чё там-то вообще ходишь? У меня домик есть построенный. А, я помню, я его не впускал, но мог бы войти. Правильно? Да аккуратней, ты меня так заденешь.
Это задрало, ага. Так, дальше продолжаем рубить. Нам надо очень много досок, потому что сейчас опять ночь настанет, и нечем будет заняться. Давай, рубись, рубись, рубись. Хорошо. Так, ну это все деревья на пути надо будет прорубить, но это не так много в целом. А давай пока просто побегаем, посмотрим, что там. Так, прыжок через пробел, это жутко неудобно. А на ветке я не могу залазить, да? Блин, плохо. Так, ну пока ни слизни, ничего нет. О, зайчик, здорово, ты агрессивный? Нет, он хороший. Птички летают. Отлично. Голубой слизь. Ох, ни хрена себе. А чего у тебя так много здоровья? А я тебя вот так задрочу, понял? На, хорошо, и что им мне дали? Гель и медь? Ну, по-моему, то же самое. Бульк. Камушки уже. О, пещера. Ну, давно я не бывал в чужих пещерах. А что там? Подожди. А, ну мне уголь, наверное, еще нужен, правильно, чтобы факел делать. Так, я камни ломаю, а мне за это ничего не дают. Черви. Ну, прикончил я червяка, и что? А, я их, наверное, двоих сделал теперь. Вот это неожиданно, валим. Подожди, вот так. А, их два уже, слышите, вы чё, размножаетесь. А ну, давай, опа-на. Обыграл просто. Вас трое, да вы чё? Я одного ударил, он появилось трое. Вы что делаете? О, дерево. А, давай-ка вот так. Чё-то мне, я не видел, чтобы давали деревья, саженцы эти. Просто что, ну вот что за человек он существует такой? Только появился, уже деревья вырубает. Хорошо, валим, 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 а то они что-то агрессивные. А, я далеко провел. А тут шифт есть? Ой, а контрол это что? Контрол это показывает, что я могу этим предметом делать. Понял, прикольно. Контрол я пока отключил. Да, слушай, прикольно, прикольно. А, так, ну давай вот это вот еще срубим. И посмотрим, что еще с правой стороны у нас. Ден-ден, потому что ну, дерево у нас 546 уже пока что достаточно. Но тут дыра, не обращаю внимания, это форточка, чтобы проветривалась. Тут руда какая-то. Еще руда. Слушай, как много тут всяких руд. О, это как? Подожди-ка. Оп. Смотри, оп. Оп. А, вы не настолько глупые, да, чтобы не спамили. Оп. 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 Ну, вообще, это не очень хорошо, что оно резко переключается. Могли бы какой-то маленький переходик хоть сделать. О, карта, смотри, расширяется. Ну, мир не особо-то большой пока что. Хотя... Хотя тут, возможно, есть порталы, как в Майнкрафте, типа мир Эндера. Ну, там, по-моему, всего я один и был, если без модов. Пустыня? Ну, это ж вообще не пустыня. Это ж даже не близко. И это дерево срубим тоже. Гриб. А я его взял вообще. Ой, желудь. Может, это типа плата. Мне дают желудь. Типа дерево не рубил, но я все равно падла такая. Ой, там тоже песок, но песок мне пока не надо. Спасибо. Не-не-не-не-не-не-не. Песок они мне сейчас еще будут продавать. Не-не-не, валим, 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 валим. Слизни, подожди. Оп. Оп. Переиграл, уничтожил, понял. На шар. Так, 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 так. Давай там руды начнем добывать. Потому что они нам точно по-любому появятся. А, кстати, какая цель в этой игре? Она вообще есть? Потому что я знаю, что в Майнкрафте есть, и игру можно пройти, а вот эту я не знаю. Так, давай. Та-та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та-та. Ого, с одного удара, хрена себе. Это что? Медная руда? Вы что, издеваетесь? Понятно, пока дерево не срублю, не могу. Чё я на достижение вообще обращаю внимание иногда? Хорошо, давай. Они меня нашли, прикинь. Окружают. Демоны, козлы, уроды. Подожди. Вот так. Оп. Нет, подожди, подожди. Гид, 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 гид. Ты где? Ой, мой домик на карте такой маленький. Вот это вот вообще для кого? Они нельзя было где-то сверху сделать? Зачем прям вот здесь вот? Вообще ни хрена не видно из-за меня же. Так, топорик. Надо дорубить деревья. С дерева упала медь. Да, медь. Причем 81 штука, охренеть. Тут, наверное, где-то мы будем находить тоже деревню жителей, правильно? Торговцы будут.
И за медные монеты мы можем что-нибудь покупать. За медные, серебряные, по-любому тут золото еще будет. И медные, я так понимаю, медь здесь вообще ничего не стоит. Кстати, вот семена цветов. А как мне надо сделать, чтобы... И вот так, наверное, будет сажаться, да? А ну-ка. Семена цветка дня. Вообще нахер, вообще плевать, а ну. Их сверху надо сажать. Чего? Я их посадил уже. Ни хрена не понял. Давай так, оп. Не, это в целом удобно, что мы можем просто забегать его в дверь, но не настолько. Забегай, забегай, забегай быстрее. Оп, давай. Чем помочь? Это я тебе помогаю, заходи. Ну и в жопу иди. Так, медная монета мне не надо. А можно как-то по-другому, нет? Листать. Ну, мышкой неудобно колесиком. Они сделали по-тупому. Деревянные ботинки. Одна защита. Ох, как много. Не знаю даже, что с ней делать. Одна защита. Ого-го. Земляная стена. Деревянная стрела. Вот факел. А какой материал используется для этого? А, гель и древесина, да? Сделаем побольше себе факелов. Ну, 45 хватит. А, потом. А, потом. Костер. Можно поставить восстановление жизни. Увеличено рядом с костром. Но это мне пока не надо. Деревянная стрела. Деревянная платформа. Бесполезный факел. Деревянная стена. Это надо, нам надо прям побольше. О, можно нажать и держать, но это как-то с перебором, слишком быстро идет. Нет, подожди, мне надо... Нет, не древесина, а деревянная стена. А как поставить сюда деревянную стену? Подожди, вот, деревянная стена вместо желуди. А желудь сюда, отлично. Деревянная стена, давай ставить пока. Так. И давай факел один поставим, а то ничего не видно. У нас принято, что факелы вот здесь вот стоят, правильно? Так, давай-ка еще деревянную стену поставим. И вот так вот. Так, подожди, еще у нас вот здесь вот проблемка есть. А также вот здесь вот. Хотя факел, мне кажется, я не особо-то удачно поставил. Давай-ка уберем его. Давай один факел все-таки поставим вот куда-то вот сюда вот. А этот уберем. Хорошо. Мне нравится, что ресурсы у нас не тратятся просто так. Факел мы ставим вот сюда вот. Примерно, да, вот сюда. Хорошо, но по центру нет смысла ставить. Ой, может отсюда можно шахту сделать. Слушай, вот это нормально. Как раз таки с этого этажа у нас пойдет шахта. И вот так вот, на один блок вниз. Чё я не могу пройти? Слушай, а зачем мне ту же высоту, если я ставлю ниже, а? Вот, теперь ниже ставится, отлично. Вот, так вот неплохо. Так, давай-ка сделаем еще одну дверь. Вот, опять вот это вот! Что это? Фиолетовый слизень, прям к моим дверям. Ну давай посмотрим, что за него дадут. Охренеть. Ну куда? Слезай давай. Зараза, подожди, сначала этого уберем, чтобы он хотя бы один был у нас. Ну так, понял, и заспамил тебя, урода. Медь и гель, опять гель. Ну это разные цвета, наверное, гелей. Зеленый гель, синий гель, зеленый гель. Так, дальше. Я так понимаю, тут какие-то боссы, скорее всего, должны быть. Правильно? Ну, вряд ли один. Так, факел ставим вот сюда вот. Примерно. Хорошо. Дальше. Так, дверь. Я не сделал дверь. Подожди, вот так вот. Escape. Печь. Откуда оно? О, камень, древесина и факел. Давай возьмем печку одну поставим. Подожди. Ну так я и хочу спуститься. Вот сюда вот ее поставить пока. С этой стороны у нас один хрен. Ничего нет? А ну-ка, изготовление в печи. Что может быть? Вообще ничего, да? Нахрена она нам тогда нужна? Наверное, там еду какую-то готовить. Слушай, это все очень удобно. Мне нравится то, что тут рисуют, что необходимо.
И приготовить что-то мы можем, только если это уже у нас есть ресурсы для этого. Я дверь хотел, подожди, дверь. Так, и ставим вот так ее. Не, давай-ка сначала закроем. Вот так вот сделаем. Здесь поставим древесину. И вот здесь уже можем дверь ставить. Как все удобно, слушай, прикольно. Все, теперь жмем вот так и продолжаем копать. Хорошо, прошли. Домик, естественно, красивый мы сделаем, даже из этого то, что есть. Это не волнуйся. Там, ух, что придумаем. Так, факел. Ну, вот здесь вот можно поставить, давай. Во, нормально. Я так понимаю, враги же в темноте будут появляться, правильно? А что это за синяя звездочка? 20 из 20. 20 из 20 чего? Наверное, опыта с друзьями, когда играем. И сзади меня есть счастье. Скорость движения увеличена. Скорость воскрешения монстров снижена. А я не знаю, что это значит. А мне надо иногда есть, но я не вижу тут голода. Хотя, может, счастье и относится к голоду. Но я на него нажимаю, ничего. О, шлем. Краситель. Зачем мне себя красить? Ох, выкладка 1, выкладка 2. Ты смотри, ух ты. Но это уже для каких-то PvP режимов, мне кажется. А для соло режима это не надо. Так. Хорошо, сейчас докуда-то докопаемся. Стоп. А, это огонь из печки. Я думал, да ну нафиг. Неужели зомби как-то пробрался ко мне? Тык-тык-тык. Хорошо. Так, далее мы еще один факел можем ставить. Ну, вот сюда вот куда-нибудь. А то расстояние уже большое. Ну-ка, без меня. Ну, нормально. Может, и лестницу специальную сделаем тоже. Так, я слышу зомбака. Где он там? А, тупица. Че, ходишь здесь? А что из зомби выпадет? Мне интересно. Ну, пойти сейчас с ним сразиться, но у меня... Как бы соточка здоровья, да, но у него 45, но при этом у нас слизни еще есть тут. Которые явно будут... А я знаю, как сделать. Подожди, стой. Стой. Закрою все, чтобы другие не подошли. А, да он тупой такой, да? Ну, наносит урона, конечно, очень много. Лох. Что мне дали? Подожди, факел и все? Вот это обидно, конечно. 40 здоровья мне сидит. Зараза такая. Ну и пошел ты в задницу. Давай вот так. Сейчас докуда доберемся? Тут будут подземные шахты, нет? Что это? Там еще один зомби, что ли, идет? Да, еще один зомби. Ну пусть идет. Мы-то знаем, что из зомби ничего не падает. Хотя, может, там и шанс какой-то на выпадение чего-то есть. Но пока мне не выпало, значит, шанс плохой. Все, вот так вот. У нас категорично все будет. Факел. Вот сюда вот ставим. Опа, там темное. Вот так вот полукруг идет. Значит, там что-то есть уже. А прикинь, там какая-то летающая хрень. Там же по-любому какая-то летающая хрень найдется, которая полетит за мной. А у меня двери есть. А-а-а. Так. Ну да, я уже чую. Смотри, полукругом оно не просто так идет. Во, и камня там очень много начинается. А это стандартный один биом для всех? Просто в Майнкрафте я знаю, что там наугад все ставится. Разные биомы есть, а здесь как с этим? Опа, а ты кто? Какой-то другой зомби? Ну, вряд ли это хоть что-то значит, правильно? Скорее всего, из них одно и то же падает. Если вообще падает что-то. Ну, из этого хотя бы факел падает, а второго я вообще даже факела не увидел. Так, мы уже довольно-таки долго копаем. Чё-то пока ничего нет. Я знаю, ты хочешь сказать, мы там уже начали одну шахту, но это не считается. Тут что-то зеленое. Но это вряд ли нам надо. Слушай, у нас полукруг уже был, и мы вот уже во тьме находимся. А пока никакой пещеры под тайной я не вижу. Да, походу, откидалово какое-то было.
Так, пацаны, пацаны, я уже построил огромную лестницу вниз, но пока вообще ни на что не натыкаюсь. Тут вообще хоть что-нибудь есть? Или вы просто прикалываетесь все? Типа, да, Террария, Террария, а это вообще игра ни о чем. Ну, с друзьями наверняка это очень весело играть, это да, это я понимаю. Но пока что-то я тут вообще ничего не нахожу. Ну, хоть что-нибудь, ну сколько я уже копаюсь, алло? Интересно, мы до конца выпуска хоть что-нибудь найдем, нет? Вот это зеленое что, это руда какая-то или что? Нет, это вообще ничего, это просто трава растет. Ладно, продолжаем, где у нас так? А мне землю куда эту всю девать, выкидывать? Тут стак, наверное, тоже из 99 состоит, да? Хотя из Майнкрафт 99 состоял, ну, наверное, да. Я не помню уже. Я тебе говорю, я последний раз играл в школе. Во, какая-то другая земля. Глина. Значит, мы уже дошли до пляжной локации. Подожди, а где? Во. А то карта куда-то исчезла, я ее не вижу. А можно как-то... Так. А, это вернуться, типа, к масштабу твоему. Все, понял. Нет, тогда до пляжа вроде еще не дошли. Мы до леса даже еще не докопали. Блин, просто какой-то побег из Шоушенка, а? Так, давай-ка еще факел. Вот так вот. Нет, не туда, но что ты делаешь вообще? А, ого, ты сам перестал... Ну, слушай, удобно. И трава тут странно растет, вверху еще не выросла, а внизу мы только что выкопали, она уже есть. А какая тут карта? Жаль, что тут нельзя, знаешь, мышкой нажал и потянул вниз, чтобы посмотреть, какая примерно карта. Хотя, может, колесиком? Не-не-не-не. Это просто инструментарий. Крутится. Так, мне не нравятся звуки зомби. Я их слышу, как будто бы они рядом. Они же далеко? Ну да, они далеко, я их даже не вижу. А что они тогда? Гид что-то там стоит. Гид это, наверное, подсказывать будет. Что-то типа обучения. Но пока подсказывать нам нечего, как бы... Но я думаю, какие-то враги сложные, сильные должны же появиться, правильно? Не просто так же все вот это вот. Хотя пока я как бы ничего крутого и не увидел. Земля, камни, слизь. Пока как будто бы обычная песочница. И ускорять никак нельзя копание, да? Ну да, я понимаю, типа новую кирку взять и все такое. Я заколебался, сколько мы уже копаем. Знаешь, сейчас мем этот нужен. Типа как два копателя, а один не дошел бы чуть-чуть и там алмазы. А второй дошел, вот и надо не сдаваться. Либо будет второй мем. Как один все-таки сдался, а второй докопал, но там говно было. Там две версии мема есть, мне интересно, в какой я. Пока, судя по всему, говно. Потому что я пока не нахожу тут вообще ничего. Я тогда ада докопаю, я тебе говорю. Если он тут есть, конечно. Ну, в Майнкрафте есть, значит, тут, по идее, тоже должен. Смотри, ну на какое расстояние мы уже укопали отсюда. Куда ты машешь? Капец. Это что, прикол какой-то? Ну, хоть что-нибудь, кроме камней и земли, тут будет. Ну, глина еще чуть-чуть была. Че, прикол, что ли? Опа, там, по-моему, что-то... Там что-то дергалось. О, красный слизень, я же сказал, там что-то дергалось. Наконец, наконец-то, первая пещера, и там красный слизень, охренительно. О, а я знаю, как сделать. Давай. Прыгай ко мне, малыш. Тупой. Давай. Ну, что, подпрыгивай. А чё я не достаю? Ну ты поближе подойди, слушай. Ну так, конечно, долго будет, но... 3 урона, 2... Во, да, ускоряйся. 4, 2... Тут как-то рандомный урон. Наверное, тут от скольки-то до скольки-то. Тут, наверное, от 2 до 4 этот деревянный медный меч дает, да? Прыгай. Да ты чё, издеваешься еще разочек? Молодец. Все, продолжаем. Отлично, а тут уже за меня докопали, молодцы. Спасибо. О, там что-то синеньким светит.
О, медузы. Наконец-то хоть что-то интересное началось-то, а? Насколько? На 50-й минуты, охренеть! Я время вообще забыл. Вот, тут даже вот рисуется что-то. Тут нельзя вот так вот пододвинуть, жаль, конечно. Ну ладно, давай проверим. Надеюсь, сохранение тут работает. Подожди, а как? А, настройки. Сохранить и выйти. Все, оно сохранилось, да? Ну-ка. Ой, сука, у меня чуть инфаркт не случился. А чё меня перекинуло отсюда, я не понял. Костер, наверное, это место сохранения, да? Нужно костер поставить, чтобы я тут всегда появлялся. Не, ну в Майнкрафте это кровать была. Но кровать это, наверное, тут тоже шерсть нужна, правильно? Подожди, а там же у нас было... А как? Подожди, то есть тут чуть-чуть не сохранили, что ли? Мы, по-моему, это прокопали еще. И туда дошли, нет? А как мы видели, а сейчас не видим? Нет, тогда мы видели, сейчас не... То есть тут за последние несколько секунд не сохраняется, правильно? То есть мне лучше вот так вот сделать, и пока с тобой попрощаться, и потом через 30 секунд выключать. Наверное, как-то так. Ладно, тогда на этом все. Можешь подписаться на канал, чтобы не упустить следующую серию. И скоро увидимся.